Девочки и мальчики, с вами Мария Воложанина, передача «Садовник и огородник». И мы сегодня будем обрабатывать деревья, чтобы плодоежки не скушали листья. Девочки и мальчики, с вами Мария Воложанина и передача «Солнышко». И я сегодня буду работать на компьютере. А я вам покажу мой канал. Вот это мой канал. Вот. Телеканал Зона ТВ. Вот это видео. И вот у нас такая заставочка маленькая. Вот заставка. Вон там вид из окна, очень красивенький. Я очень быстро снимаю свои видео, потому что сейчас лето и нету школы. Сейчас лето, каникулы. А вот моя киска. 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 Здоровайся, киска. Не хочет она здороваться. Здравствуйте, девочки и мальчики. С вами Мария Воложанина и передача «Ребята и зверята». Сегодня мы будем мыть мою кошку Лапку. У нас есть таз с водой, но мы его пока в сторону отнесли, потому что нужно привыкнуть. Сначала просто нужно намокнуть ручку и растирать им котенка. Если котенок, ну, вот так вот вертится, то он, наверное, укусит вас. Ну, меня он не укусит, потому что я осторожна. Здравствуйте, девочки и мальчики. С вами Мария Воложанина и передача «Солнышко». Сегодня мы будем открывать киндеры для девочек 2. И будем готовить салат. Сначала мы будем открывать киндеры, они для девочек. Сейчас я его соберу. Главное не ошибиться. Сейчас мы будем делать салат. Вот у меня есть ножик, который я выиграла. И это было сложно. То фишки теряю, то еще что-то. Сейчас мы... Это специальный овощной нож. И сейчас мы будем делать салат. Посмотри, кто там оказался. Большие, да?
прошло. Мы еще не могли кончиться у тебя, правильно? Тогда стараемся, двигаемся. Вперед, вперед, четче движение. Дальше мы, как и обещали, будем готовить хот-дог. У нас есть булочки. Папа, я отрезаю их. Капуста. Там в холодильнике у нас стоит кетчуп, майонез. И сосиски папа может. Один раз папа песенку подставил. Какую песню? Папа может все, что угодно. Только маму, только маму. Я не могу быть. С вами телеканал «Зона» и передача «Пикник». Я Сулейман Шибзухов. А я Мария Воложанна, ведущая передачи «Солнышко». Мы сегодня будем делать пиццу. Пиццу вместе будем делать вместе. С передачей «Солнышко». Пирог. Как пирог получается. Кругленькую форму сделали. С вами Мария Воложанна, и мы сегодня находимся в киногороде. И нам дали такую карту смеха. Так, мы сейчас идем к вот этому кораблю. Это корабль номер 5. Эти качели неправильно сделаны. Да. Здравствуйте, девочки и мальчики. С вами Мария Воложанна и передача «Солнышко». И сегодня мы у нас дома. Сейчас поедем в кораблик искать мне подарок на мой собственный день рождения. Мой пес вот там. Дружок, смотри в объектив. Обещал присмотреть за моей кисой, за его сестренкой Лапулей. Вот еще и вот.
И вот. О, класс! Нашла? Нет, это еще лучше. Это бывает... Бывают большие сорбибумы. Мы такой покупали большой сорбибум. А вот это вот, это еще круче. И мальчики, с вами Мария Воложенна и передача «Солнышко». И мы сегодня едем в усадьбу Середнякова. Как вы видите, мы сегодня начинаем не в усадьбе сразу. Сегодня очень солнечный день, мы захотели пойти купаться. Видите, как валяется. Хороший мальчик. Побежал. Да, не пойдите. Посадить Середнякова уже даже не пожалуй, такие красивые. Они не раскушили хвосты у этой вообще. Муж хвост оторвал, тогда она побежала. О, даже сейчас. Даже сейчас бегают друг за другом. Посадить Середнякова. Мы сегодня будем купаться. Чтобы мне никто не смог что-то запрещать. Улыбнулась мама.